Приветствую вас на канале «Сокровища Черногории». Сейчас у нас декабрь 23-го года, и мы находимся в Порто-Монтенегро, город Тиват. Тиватская часть Которского залива. Меня тут несколько раз уже просили озвучивать температуру воздуха, а вот последний раз даже еще и время съемок попросили озвучивать. Я говорю, что обычно, когда я не забываю, говорю такие данные, я имею в виду температуру воздуха. Вот сейчас вспомнил, поэтому говорю. Время съемки 10 утра, будний день, и температура воздуха 13 градусов. Что для Тивата, для декабря, в принципе, вполне нормально. Пойдем посмотрим, как-то украшают ли уже набережную Тивата к Новому году, но я думаю, уже должны. В Тивате, кстати, на Новый год Горан Брегович будет выступать, кому интересно. А вот в Будвино 1 января будет выступать Желька Йоксимович. Это для тех, кто ценит местную эстраду. Погода, как видите, такая немного облачная. Легкий-легкий ветерок. Хотел сказать, что людей немного, но, в принципе, тут и в сезон людей немного. Поэтому посмотрим, что на набережной, на городской набережной, будет ли сидеть народ в кафе. Конечно, не выходной день, когда все с семьями. Но в любом случае посмотрим. У меня в последнее время что-то... Я зачастил Которский залив, то полуостров Луштица. Теперь вот до этого Котор, теперь Тиват. Я надеюсь, что доеду и до Герцогнови, и до Портонови. Ну, посмотрим. В этом году ноябрь-декабрь довольно дождливые, поэтому все еще зависит от погоды и только от моего желания. На своем привычном месте елка стоит. Ну, кстати, по поводу погоды, я надеюсь, что раз ноябрь-декабрь такие дождливые в этом году, может быть, повезет, и январь будет солнечный. Пусть даже холодный, но солнечный. Стандартные звуки не сезона, где-то что-то пилят, режут плитку, режут металл. Время строек и ремонта.
если смотреть на вот эти деревья впереди, можно подумать, что у нас тут просто осень. Конец октября, начало ноября. Ну вот и подходим к концу порта Монтенегро и выходим на набережную, собственно, города Тивот. Но здесь однозначно пооживленнее. Еще не открылись эти ларечки, где продают напитки и еду. Но уже процесс украшения, видно, идет. Что-то в этом году Тивот явно отстает даже, по-моему, от Будвы, а уже от Которой подавно. Подготовкой к празднику.
для истории потише. Как всегда, основная часть сидит в районе кафетерия, пиццерии Рома, Рим. А, вот тут тоже что-то под праздники явно готовят. Уже будут сцену готовить к чему-то, к выступлениям. С оборудованием, номера Белграда. Так что это, наверное, не сезонный какой-то кафетерий открывает, а пункт питания для работников. Сцены, либо съемочные группы, может, что-то снимать будут. Вот такая у нас небольшая получилась прогулка в декабре 23 года по Тивату и Порто Монтенегро. Надеюсь, прогулка вам понравилась. Если да, можете поставить лайк. И до встречи в Черногории и на моем YouTube-канале. Будьте здоровы и всего доброго!